Мы пойдем зайдем в Аби. Посмотрим что-нибудь там. И домой уже поедем. Тут как раз через Эмчимдемс. Или как он там называется. Удобно. Не, мы сейчас выйдем и вот там вот. Так, с девчонками мы не зашли никуда. Ну, на то, чтобы куртки и кофты одеть, мы выберем в следующий раз день специальный, чтобы одеться. Мы просто ничего не успеваем. Домой надо ехать. Ну, темнеет скоро. Ну, что, не успели? Ну, не успели. Мы с другой стороны заходили. Видите, тут нету никакой рекламы. А там была. Все, вот вход идем. Ну, мы сейчас пойдем. Сходим. Ой, как на улице душно. Дождик был немножко. Я думала, все, погода испортится. Нет, ничего. Да, надо тележку взять. Вкусно пахнет. Бумажки вам дали? Это типа духов. На туалетная вода. Деньги в виде сладкого. Да? Ну, надо посмотреть. Надо посмотреть. Да тут таких не будет продаваться. Они в Москве продаются. В Москве? Да. Ничего себе. Тома, хочешь отдохни? Я вот не знаю, у нас шапки есть, нет ли. Я кофточки хочу, только без капюшонов, чтоб не мешали одеваться. Рядом только с розочкой. Ну-ну. И тоненькие. Ну, они тоненькие, а нам надо тепленькие. Куртки еще у нас нормальные, а вот кофточки... Ну, мы попозже приедем потом, на осень посмотрим. Я не помню, шапки у нас есть, нет? Какой огромный выбор тут всего. Ананас. Пообедаем сейчас. Угу. Столько ягод просто. Угу. Он желтый арбуз без косточки. А нету это неупакованные? Это, наверное, дороже, наверное, так вот. Покупать, если гранат хочет, ну давай, но выбирай. Дорогой. Почему дорогой-то? 219. Ну ладно, два штучки возьми. Сама выбери, какой тебе нравится. Яблоки не хочешь? У нас еще хорошие яблоки. А, яблоки у нас есть. Ну, два штучки выбери, только пакетики надо. Так то мне надо, не надо, упадешь, доча, упадешь. Так, яблоки не хотят. Ну, тортики уже нашли. Пойдем, где тортики? Вот там. О, пойдем, Тома, пойдем, пойдем выберешь. Я буду выбирать. Угу. Томочка выберет тортики, будет дома свечки задувать. Я помню, вот такой пробовали мы. Но он... Можно вам, знаешь, что не тортик купить, а пирожные какие-то. Ну, пирожные это тот же самый тортик. Томочка выберет. Фруктовая корзина. Мама смотрит и нет. Но он не вкусный. Почему не вкусный? Нет, вкусный, но потом не выкушает. Не будет? Смотри, вот какой. Это творожный. Творожный? А что?
ореховый. Смотри, шоколадный томат. Там вкусный сколько? Я понятия не имею. Вкусный, наверное. Йогуртовый. Виктория. Мама, а сейчас же поубираем, если такой не выбор. Давай. Огромный выбор. Койка. Кстати, у нас выбрали. Койка. Несквик? Да. Ну выбери. Но мы все равно сейчас у нас папка сказал, пойдем в магазин. Тома! Так вот! Тут вот! Все, пойдем. Вот нам соки. Ну, папка сказал, у нас все возьмем. Нам надо все равно яйца, молоко. Свечки надо. Все куплено уже. Вот, большой выбор. Да, у нас тут то же самое. Папка сказал, у нас тут. Такой тортик там мы выбрали. Мы такой ели, да? Да. Красивая такая. Без стрелки. Тигренок. Уже тебя не тяжело. Хочу это какую-нибудь игрушку. Она порвала все, та это. Вот. Угу. Все, будем собирать. У меня вот такая была. Ага, для здравствуйте. Кого? Таи, чтобы пищала надо такую. А у Тайки поводок есть, Саш? Ой, это нет, зачем ей? Зачем поводок? Ну. Она во дворе пускай бегает. Это, наверное, сильно большая. Вот, мам. Это но маленькая. Она прогрызет, да? Клетки для хомяков. Угу. Надо, чтобы которая пищала. Я быстро. Она на свои игрушки девается. Большие. А большие собачки ищите? Нет, нет. Русские спаниели. Пищалка, да, чтобы были такие вот небольшие вот. Вот эту, наверное, можно. О, давайте вот эту. Мама, давайте такую игрушку купим. Для котиков тоже большой выбор. Такие вот смятые. Ну выбери, выбери, выбери. Что она хочет выбрать? Для Таи хочет. Какую-нибудь оранжевую. Мам, а это для кого? Для Таи. Давайте для кота выберем. Вот, Тома предложи, Томе предложи. Там вот, смотри, какая. Мне не хочет такую. Коту. Коту хочет купить. Мам, я хочу взять коту. Мама! Смотрите, какой есть красивый. Прикольный, да. Угу. Но мы сейчас не можем себе позволить такой. Ладно, в следующий раз, Сашенька, по это. Вот, давайте поводок купим. Все, гулять будем с ней. Не, это... Не надо, зачем с ней гулять? Отпустил и бегает, все, зачем? Ну вот этот вообще... Прикольный. Ну... Можно забронировать все. Бронировать. Давайте вот такой тишка будет. Тишка не будет играть. Так, все, выбрали игрушки. Все, пойдемте рассчитываться, а и все. Таи выбрали уже. Ты выбрала Таи? Вот мячик можно ей кидать, и она будет бегать. И только оранжевый вот такой. Думаю,
больше оранжевый? Да, ну большой, в смысле. Вот она будет, за... вы будете кидать, она будет за ним бегать. А, ну вот тут есть, смотри. Вот. Ну да, вот. Тома, ну он хорош. Ты будешь кидать, она будет бегать и таскать. И вот, смотри. Том, смотри какой. О, давай. О, вот давай вот этот. Все. А этот вот. Или вот смотри. Вон Тома выбрала. Все, пойдемте рассчитываться. Пойдем. Еще большие есть. Нет, у нее рот не влезет, она маленькая. Вот а про клетку подумаем. Сейчас просто я не могу это купить. Нет, ты бери, бери. Вот такое вот, большая. Благодариночка, сходи, Дачу, возьми, пожалуйста. Вон тут шиншилла живет. Угу. Смотри, вон близко. Тут две морские свинки. Попугаи. У нас вот такая была, кузена. Не надо стучать. Ну, не стучи. Вот видишь, Сашенька, как мало ложек. А у нас она тонет прямо аж вся. Тонет. Это вообще мало пластика. О, какой красивый. О, кормушка. А домин зебровый написано. Мама, дальше здесь. Угу. Смотри, как больше. Они такие милые. Вот этот красивенький. Голубенький. Угу. Мама, вот, смотри, домик. Смотри, домик из кокоса. Круто, папка в прошлый раз сам делал. Мы дома покажем, купили Тае тоже подарки. Коту не покупали, он уже старенький. Все равно уже. Так, Саша, а еда все есть там у Лили? Мне кажется, дополнительно заканчивается, да, Саш? Да, мне кажется, дополнительно там еще есть. Еще много. А не, у нас, ладно, купим. Все, пойдемте, папка уж там весь истрадался. Да? Время идет. О, какая машинка. О, Алинка, тебе надо ее такую. Одного, ну, будешь к нам в гости приезжать. Саня! Ну подпусти ее, ты что? Там еще сзади есть места. Там еще сзади есть места. Да? Да. Для Андрея. Андрея посадит, к нам приедет. Где наша машина? Вон там. Да? Вон там, там, там. Нет, там. Сейчас я ее опять потеряла. Вон. Я вон вижу ее. Вон. А я не вижу. Алина там свою маршрутку видит. Все, я побежала. Садись. Ну, я тогда сидеть. Маши пока зрителям. Подарок Алина дома оставила. Я ж прибегу. Все, пока. Я ухожу. Все, пока, Дарин. Пока. Пока. Так, Санечка, поставьте тортик, пожалуйста. Девочки, здоровья. Побежали, побежали. С пылесосом. Ага. Мама, мы пойдем в Карелии Пайс. Докажу. Угу. Видите, вроде мы... Васька! Мама, спрячь! Тут стоит дома. Мы идем домой. Стой, пойдем, пойдем, открывай дверь, пойдем. Нет, зачем мы будем ждать? Дождь идет, дождь. Сейчас мы пойдем домой. Походите, люди добрые, впустим вас в дом. Пойдем, да, Томочка, пойдем. Это для тебя сюрприз. Мы подарки не стали вручать. Давайте. Все подарки мы оставили здесь. И сейчас наша Томочка... Будет открывать подарки от всех, да? Mm-hmm. Ну, все. Даже котик пришел поздравлять. Тома говорит, дома ж никого не было. Кто это успел? Кот, наверное. Начинай открывать. Ну, девчонки, начинайте вручать. Давайте. Угу.
Да, и это от Жени. От Жени и Саши одинаковые почти. Да. Угу. Открывай. Показывай. Это косметика с ногтями. Скажи. Ага. Вот да. Такая. Ну, скажи спасибо, доченька. Спасибо. Пожалуйста. Можно я буду садки ходить? С наклонными ногтями. Слава Богу. Нет, это теперь открывай. Саша, теперь открывай. Угу. Это Саша. Можешь прямо вот так рвать, да? Ну, кидай на пол, доченька. Такая вся на Александре с лицом нога. Угу. Помоги. Надо ножницы, наверное, чтобы открывать. Еще одна косметика. Да. Теперь вот такая. Это для маникюр делать, а это вот красится. Вот такой вот. Аккуратно там. Ты сказала спасибо Саше. О, как она тут открывает. Да, кот? Кто-то тихо. Кот? Это от Дариночки подарок. Она любит такие подарки дарить. Это мозаика. Угу. Пожалуйста. Она пазлы любит и... Это... Так. Большой. Это Алина. Алина подарок оставила, не стала вручать. Говорит, ну вместе со всеми откроет. На пол не кидает. Смотрите, какой подарок от Алины. А тут куколка одна и наряды. Угу. Много нарядов. Скажи спасибо Алине. Спасибо. Да. Ой, будь здорова, Женечка. Спасибо. Ну и самый подарок большой. От мамы с папой. Ну, конечно, самый большой подарок, это, конечно, то, что мы поехали развлекаться. Шарики. Потом нас отпустим. Ну да, да, пускай так пока стоит. Все, теперь можешь выбрать. Лего. Да, Томочка просила лего. И вот такое лего, Томи. Угу. Дай поцелую с днем рождения. Мы и утром поздравляли. У меня вот было такой. Почти такое же, тоже с девочками. Угу. Две девочки. И иди пап поцелуй. Вот, умница. Всем спасибо, да? И от Насти с Димой. И подарок от Насти. Держи. Угу, держи. Показывай. Айрподсы. Айрподсы, да. Тома тоже очень хотела. Как он, папа, открывается? Откройте, покажите. Тома давным-давно их просила. И вот Настя с Димой ей подарили. А это от Софийки. Смотри, киндер. Ой, киндер, Тома любит киндеры, это от Софийки, да? Угу. Том, смотрите, какая открывай. Давай, хорошо. Айрподсы. Вот. А где у них зарядка? Там же внизу? Да. Ну-ка, открывай. Вот какой. Угу. Спасибо Насте с Димой за такой подарок. Спасибо. Спасибо. А сейчас мы пойдем задувать свечку на тортике. Загадывай желание, Томочка. Ты думала, как у Дарини будет шипеть? Хотя у нас есть такие. Но мы не стали. Ну и это тяжело не попробовать. Томочке нашей исполнилось 7 лет. И она сейчас будет загадывать желание и задувать свою свечечку.
Догадала? Поздравляем! Поздравляем! С днем рождения тебя, доченька любимая! С днем рождения! Они уж там вовсю играют подарками. Сразу. Молодцы. Поздравляем, доченька. Тома со своими AirPods'ами ничего не слышит, громко орет. Все слышишь? Да. Подарки свои расставила. Подарили мне лего. У Женьки лего там уже половина нету. А у меня есть. Тома так радовалась. Там это говорит, нужно. Вообще много чего все есть. Это мы будем строить сегодня. Завтра в школу, в садик. Какой сегодня? Хватит времени. Хватит времени? Да. Том, не надо ой, так делать. Ой, что ты мелкое все насыпала? Тома, ты все потеряешь. Я потеряю. Вот уже смотри, уже вот здесь вот валяется. Надо было не открывать вот это вот. Но. Я делаю. Так, вот. Лиля там распласталась, лежит. Да, Лиля, лежишь? Она спала. Только повернулась. Саша ее вытаскивает, играет с ней-то. Контейнеры надо было бы. Было бы удобнее, чем вот так на пол скидывать. Иди лицо умывай. Том, не ломай. Ну ничего страшного. Сломала уже. Сломалась. Нет, она была такая загнутая. Ну все, строй. Так. Как хотела. Да. Такая. Четыре. Ну ладно, собирайте. Сколько получится сегодня собрать, да? Развлекательный центр. Развлекательный центр. Там рисовали. Тома все удивляется, как подарки все приготовилось. Как? Да, Тома? Софийка там? Домчик с вареньем должно еще быть. София, скажи привет. Там и Дима. Привет, скажи. Ну что, соскучились зрители по маленькой Софиечке, да? Ты моя девочка. Ну, разговаривай, разговаривай. Завтра начнем снимать обратно. Ну, хорошо, хорошо. Ну ладно, о, разговаривай, разговаривай. Мама, смотри, тут даже есть денежка. Вот. 100 рублей. Ничего себе, да. Тут еще есть, смотри, ананасы всякие. Просто смотри, ананасы. Ананасы, яблоки, бананы. Круто. Ну, играйте. Бананы. Сонечка, ты Лилю убрала? Она спит. А, она там спит? Ну, надо бы убрать ее. Купили мы тортик. Он называется королевский, с безе. Вот безе белое внутри. Угу. Там еще, знаете, был торт киевский. Как я его любила раньше. Это же какой-то вообще, он тоже с безе, там он почти весь из безе состоит. Ну, а что такое белое внутри твердое еще? Вот это вот безе и есть. Это белок запеченный. Так, дорогие мои. Он такой вкусный. Да, вот киевский торт, он практически весь состоит из вот этого безе. Вот, откуда я знала, будете вы его есть что, или нет? Может, она не показала. Ну, в следующий раз, значит, его и купим. Вкусно? Да, безе очень вкусно. А тут вот так песок как будто. Угу. Так, дорогие мои, огромное, преогромное всем спасибо за поздравления. Еще хочу сказать, Катюша Томочке перевела денежку, и как-нибудь на выходные мы поедем, и Тома что-нибудь себе купит, да, на Катюшины денежки. Вот, поэтому спасибо Кате за поздравление, да, вот, спасибо ей за денежку, и всем вам, наши дорогие зрители, огромное-преогромное спасибо за поздравление. День рождения у нас таким образом прошел. Ну, я считаю, что очень хорошо. Самое главное, дети
поразвлекались. Я посмотрела некоторые вещи. Нам, конечно, скоро надо будет, когда совсем похолодает, надо будет кофточки купить, Дарине курточку, но, скорее всего, мы поедем чисто на шопинг. Еще Дарина говорит: мама, нет, я буду покупать все у нас на рынке в Услабинске. Это не тебе мы собираемся покупать, Дарина так решила. Так что скоро поедем, ну не знаю, скоро, не скоро, ну когда-нибудь. Да. Еще Дарина до пятницы на больничном. Она тут немножко температурила. У них в классе, наверное, там половина температурит. Было собрание, очень много детей заболело. И вот в садиках тоже дети болеют. Ну, говорят, такой период сейчас из-за этого многие. Да, да, болеют. Очень многие болеют. На собрании, кстати, тоже некоторые родители не пришли, температурят. Вот, и Дариночка на больничном. Ну, как бы затемпературила. Мы когда проходили диспансеризацию, врач сказал, пусть дома сидит. Ну и, короче, вот, в пятницу пойдем за справочкой. И уже, скорее всего, попросим, чтобы дали... По субботу тоже. С понедельника пойдешь. Ну что, мама, в субботу один день, что ли, пойдешь? А папа хочет торт? Папа устал отдыхать. Папа уже вырубился, уже спит. Все. Угу. Он пришел, он сразу. Если поставлю в холодильник, пустые. Ну. А ты хотела папу угостить? Да папа потом... Просто я много... Ну, да, кажется, что это снег. Кусочек большой далас, вкусный? Именица должна много съесть. Ну все, так. Я рада, что вам нравится. Мы долго очень выбирали. Выбрали другой, Саша, я такое не ел. Там было такое. В итоге, да. В итоге. Мама, мы можем купить мне что-нибудь, чтобы я выбрала? Когда я в садик сажу, после обеда не доверяйте, девочки доверяйте и поедем. Можем поехать. Нет, нет, давай не завтра. Завтра мама готовит, целый день будет. Все, еще раз всем спасибо за поздравления, всем пока. Всем пока-пока. Спасибо.